принципе, все в свою силу, но надеемся, что в следующий раз будет лучше. Выступили достойно, могли чуть получше поднять свой результат, но что получилось, то получилось, довольны этим результатом, дальше будет лучше. Ну, в принципе, ребята все сказали, я полностью придерживаюсь их мнения, что выступили хорошо, в свою силу, не хватило вообще 0,3, на самом деле, для командного финала это очень маленькая разница, и есть над чем работать, в следующем году постараемся победить китайцев. Да, все молодцы, китайцы в этом году взяли матч-реванш, надеюсь, следующий год будет наш, и мы возьмем первое место. Thank you.